кто был свидетелем того, что тут случилось? Вы были, нет? На трамвае, да? Да. А из-за чего? Как он сошел с рельса? Он там стык. Вот там стык, да. И на нем рубанулся. Много было пассажиров? Да. Но. Подождала, я вижу, женщина, а еще кто-то. Нет, слава богу. Слава богу, и водитель, просто... да? Да. У вас все в порядке? Андрей, как вам вот это, как вам вообще же вот такая вот штука? Это полное, не надо снимать, извините. Мне снимать надо, я не да, но мало того, что, посмотрите, вот смотрите, видите, что они сделали? Они бы лишь бы сделали, а как оно будет держаться, это еще непонятно. Будет ли на это держаться, это тоже вяло. Смотрите, кусочек, это же понятно, что неаккуратно сделано. Мало того, что, посмотрите, это сделано, это. Это все, остальные все до лампочки. Это по таким рельсам. Ага. Я еще, я не знаю, я вроде на какой-то, слышишь, перемат, грум, брам. А вы в трамвае? Я был в трамвае, да, я тоже шестерка. А, ничего, не. Нет, побил, немножко побил правую сторону, чуть-чуть побил, но, кажется, перемажу, замажу, перемажу, это понятно. Это ерунда, но еще там женщина, я не знаю, как у нее там... Ну, справление с каким-то там. А у всех шок это же невозможно было делать. А вот... Вообще. А вот он кусок рельса, вот, посмотрите. Ну да. Поехали.